Приглашаем Рената Усатый! Прима за вальс! Всем добрый вечер! Как настроение, друзья? Вы знаете, сегодня меня переполняют эмоции, потому что я вижу очень много молодежи. Я вижу вас, благодаря которым наша страна может продолжать не просто существовать, не просто жить, а может развиваться. Вы знаете прекрасно, что мой жизненный девиз очень простой – сила в правде. В вашем случае… В вашем случае, в случае студентов, пока девиз должен быть один – сила в знаниях. Потому что я хочу, чтобы мы вместе с вами остались дома. Я эмдорезден тот суфлитул, ка эмприуне суфачем лукрур фрумаса, лукрур буне, лукрур импортанте, шепентру урашул ностру, шепентру Република Молдова. Но я астас энкодата демонстрат ла туата цара, ка ла момент сентем ну дуар капитала динорт, дар фэры ка с нерушенем, птем с претинем с фимш капитала ди цара. Astăzi, când mai mulți au acuzat că ia cam băl să fac concerte de ziua studentului, eu am un mesaj pentru toți cei care ne critică. Я против того, когда проводят концерты в предвыборную кампанию. Но город Бельцы всегда собирал всю страну. Это Новый год, День города, День независимости. И теперь будет каждый год День студента. Потому что без студентов... Потому что без молодежи, без студентов мы не можем с вами и развивать страну, хотя ее в нашем случае приходится строить заново. Я говорил о том, что у меня будет очень добрый сюрприз сегодня для всей молодежи, помимо концерта. Это тот проект, который был подписан в прошлую пятницу. Это прорыв для всех бельчан, для Бельской мэрии. Это проект, который на прошлой неделе был подписан, который мы отработали вместе с нашими коллегами из примарии города Баташань, Румыния. Каса кунаска туата лумя, ка есть прима дата на история муниципалы Балц, кэнт. Noi am câștigat un proiect la care s-a muncit câțiva ani de toată echipa. Au fost o sumedenie de deplasări, au fost diferite comentarii critici, dar să știți că vinerea trecută Bălțu cu Botoșani împreună au câștigat primul proiect și anume pentru reparația la mai multe seli din Liceul Mihai Eminescu, Parcul Central și anume pentru Bălți și Botoșani 1.600.000 de euro și cu acești bani noi vom renova Parcul Central, Pavajul în piață, sala la Mihai Eminescu. Я хочу поздравить город с этим прорывом, потому что это впервые, когда выигрывается проект 1.600.000 евро, который делится пополам между нашими партнерами. 800.000 евро уходит в Боташани и 800.000 евро остаются в Бельцах. Ремонт центрального парка, плитка на площади, 60.000 евро отдельно в лице Михая Минеску на актовый зал, чтобы он у вас был современный, такой, какой должен быть во всей стране. Поэтому я под ваши аплодисменты хочу пригласить всю нашу команду примара города Баташани, господина Калина Флутур, вице-примара Николая Григоришина, Татьяну Дубинскую, Геннадия Шмульского. Потому что вместе в течение двух лет мы добились этого результата. Бельцы, какая-то тишина такая подозрительная. Vreau să ofer cuvântul domnului primar de Botoșani, domnul Cătălin Flutur. Sunt bucuros că și-ați văzut reacția bălțenilor la primul proiect care a fost realizat ca 800.000 de euro să meargă pentru dezvoltarea Botoșanilor și 800.000 de euro pentru municipiul Bălți.
Вауфер Кувентус из Пунича Вала Балцейн. Bună seara și mulțumesc domnului primar Renato Usatăi. Vreau să vă spun fix două lucruri. Suntem, să nu amăgem nimic, suntem la două ore de mers cu mașina de la Botoșani la Bălți. Fix două ore sunt. În schimb, mi-au trebuit 12 ani să ajung la Bălți. 12 ani să ajung la Bălți, pentru că am încercat. Era la un moment dat un primar la dumneavoastră, îl chema Panciuc. Am încercat să lucrez cu dumneavoastră. Până n-a venit această echipă, până n-a venit acest primar și această echipă, nu s-a întâmplat nimic. Avem zeci de posibilități să lucrăm împreună. Sunt bani care vin, domnul primar a spus, de proiectul respectiv, noi am mai venit cu niște bani la grădinița lui Ceafăru, așa se cheamă grădinița lui Ceafăru, și vreau să vă spun că sunt deosebit de încântat că aveți o echipă extraordinară. Aveți o echipă și un om este singurul care a deschis porțile. Dacă înțelegeți. Este singurul care a deschis porțile. Îl felicit din suflet. Vă felicit pe voi că la un moment dat v-ați găsit omul. Omul ăsta știe ce să facă, aduce bani. Am încercat cu alții și nu s-a putut. Nu vreau să vorbesc mai mult în afară de colegul de acolo care îmi spune un lucru. Îi salut, că știu că sunt și botoșăneni aici. Îi salut și pe ei, veniți încoace. Și vă invit, orașele noastre sunt înfrățite. Și vă aștept pe toți la Botoșani, că o să vedeți lucruri frumoase și bune. Vă mulțumesc și nu vreau să închei decât să vă urez tuturor, pentru că este Ziua Internațională a Studentului. Vă salut cu drag, studenți, elevi, să vă spun la mulți ani din tot sufletul meu. Și vă aștept la Botoșani. Bravo! Vă mulțumesc, domnul primar! Vreau să mulțumesc la toată echipa, хочу поблагодарить всю команду. Вы знаете, когда в стране есть очень много людей, которые заявляют, которые обещают, а вы знаете, что в течение всех лет в каждом микрорайоне где-то больше, где-то меньше, а после Нового года будет во всех микрорайонах одинаково. И тротуары, и проекты, и все остальное. Потому что я вам дал слово, вы мне доверили второй раз судьбу нашего города, доверили судьбу нашей команде. У нас есть большинство в муниципальном совете. У нас есть люди, которые хотят что-то делать для города. И я вам обещал на этой сцене 27 августа одну простую вещь. Я буду жить и работать для вас, и я буду слугой своего народа. Спасибо. Спасибо вам. Ребят, что-то тишина какая-то. Сегодня... Да. Вы знаете, 95-й, 2000 год, я был студентом в нашем городе, это вы все знаете. И мы со многими из вас учились, со многими из вас работали и работаем сейчас. И мне очень важно, чтобы, обращаясь теперь еще раз ко всей молодежи, ребят, я буду делать все, чтобы вы не уезжали из нашей страны. Раз в две недели я буду с вами встречаться у памятника Высоцкого. Я хочу слышать ваши идеи для развития города. Я хочу слышать то, что вы хотите, то, что вы хотите, чтобы мы сделали вместе. Потому что только вместе мы построим правильный город. А вы знаете, что Бельцы особенный город, в нем живут особые люди, и Бельцы рулят.